О магических свойствах имени говорили еще наши предки, ведь издревле считалось, что данное человеку имя навсегда определяет его характер и судьбу. Каждая буква, образующая имя человека, придает имени некий определенный смысл. Вот, например, имя Анна. В нем две буквы А и Н. Буква А – символ начала, желание что-то начать и осуществить. Буква Н – символ внутренней силы, способной не воспринимать все подряд без разбора. Но ведь не всегда мы представляемся и обращаемся друг к другу полными именами. Имеет ли значение различие между истинным именем и тем, которым называют нас окружающие? Еще одна интересная деталь – сокращенная форма имени – Анна, Аня, Ксения, Ксюша. Чем больше возможных форм допускает имя, тем богаче будет влияние этого имени на человека. Именем можно играть и эмоционально общаться. Варьируя имена, мы придаем им различные оттенки эмоций – нежности, строгости, радости, угрозы. Именем можно просто человека вывести даже из очень большого стресса. Когда сделать транскрипцию имени в уменьшительно-ласкательном, просто даже погладить человека по голове. Если вы будете утешать Сашеньку, то он утешится быстрее, когда он Сашенька, а не Александр Иванович. Ну, будьте вы мужчиной. Выбор имени для ребенка – процесс особый, и тут кто во что гораст. Одних вдохновляет кинематограф, других – история. А иногда имя новорожденного определяется традициями целого рода. Нашего героя зовут Сергей. Вроде бы ничего необычного, но заглядываем в паспорт и видим – Сергей Сергеевич Сергеев. А именная традиция Сергеевых началась с прадеда еще в 19 веке. В детстве я почему-то стеснялся вот этого сочетания. И как-то обходился обычно двумя буквально словами. То есть Сергей Сергеев, когда представлялся, или просто по фамилии представлялся Сергеев. Почему? Потому что у детей иногда это вызывало просто смешки. Но вскоре редкое сочетание фамилии, имени и отчества стало работать на своего обладателя и создавать определенный имидж. Ну, сперва это было немножко смешно, забавно, потому что редко где встретишь, когда фамилия, имя и отчество созвучны. Но когда я его увидел, он был в костюме, он презентабельный человек, я подумал, что с ним лучше не шутить, даже несмотря на его созвучность. Я вот когда представляюсь перед студентами, сразу какое-то доброжелательное отношение, все улыбаются, я всегда говорю, представляюсь и говорю, знаете, это очень легко запомнить. Однажды с Сергеем Сергеевичем и вовсе случился один беспрецедентный в науке случай. В 1984 году наш герой защитил в Ленинграде кандидатскую диссертацию у профессора Потапова. И кто бы мог подумать, что через пару десятков лет история повторится, но уже с его тезкой. И вот буквально 10 лет тому назад я узнаю такой факт, что ровно через 20 лет, опять же, под руководством Потапова Анатолия Ивановича, выполнил диссертацию кандидатскую по этой же специальности, в этой же области, в области нерушающей контроля диагностики. Сергеев Сергей Сергеевич из Подмосковья и успешно ее защитил. Что до дня сегодняшнего маленьких Александров Александровичей и Николаев Николаевичей немного, а причина проста – не модно. Горбанков Семен Семенович. Сеня? Так что же модно сегодня? В лидерах Дарьи, Артемы, Иваны, Марии, Анастасии и Максимы. Кроме того, сейчас пошла мода на так называемые старые имена. И каждый год список таких старых новых имен становится шире. Меня зовут Калина. Мама назвала меня Калиной, потому что дерево Калина, потому что дерево Калина есть. Меня зовут Алиса. Меня так назвали, что мама с папой любили такой мультик смотреть. Какой такой мультик? Что за мультик? Алиса в стране чудес. И назвали Ульяна. А почему назвали Ульяна? Ну, руководствовались, наверное, все-таки в православных традициях выращены. И ребенка называли, смотрели по календарю, какие ближайшие имена. И вот решили Ульяна. Есть совершенно имена такие, несмотря на то, что родители, в общем-то, не иностранцы, называют детей Николь, Ванесса.
А еще полвека назад топ самых популярных имен возглавляли Сталины, Домны, Ленславы и Владлены. Тогда родители стремились отдать дань политическому режиму и индустриальному прогрессу. Называли детей и в честь исторических личностей – Петр, Екатерина. Но великими стали далеко не все. Здесь же вопрос ставится не почему тебя так назвали, а что я потом с этим именем могу делать. Если тебя назвали Адольфом, а все знают, что Адольф Гитлер был достаточно известной исторической личностью, это не значит, что ты будешь точно таким. Вопрос к родителям. Насколько, выбирая имя, вы продумали, что потом вы будете рассказывать ребенку и как будете ему помогать карабкаться по ступенькам жизни? Сегодня же все чаще родители называют своих чад по церковному календарю. Вот, например, Денис Слюсарев, отец троих детей, Аполлинарий, Эмилии и Елисея. Ну, смотрели в первую очередь по православным святкам. Потому что, так скажем, каждый человек в душе верит в Бога. И в любом случае, в первую очередь, хочется, чтобы у ребенка были ангелы-покровители. Если взять любое имя, то же самое, допустим, Елисей, у него имя переводится как «спасаемый Богом». Когда родственников много, выбирать имя новорожденному становится сложнее. Семья у нас большая, и мы учитывали, чтобы имя еще и не повторялось. Потому что, так скажем, опять же, если имена повторяются, то судьба одного родственника может по имени передаться другому. Но вот у православной церкви насчет такого подхода мнение другое. Имя не носит в себе какой-то судьбы для человека. И если даже, например, такое замечательное имя, как Любовь, мы крестим в честь мученицы Любови, то это не значит, что ребенок будет мучиться всю жизнь. Многие молодые родители убеждены, если крестить ребенка по святкам, а назвать другим именем, защита от порчи либо проклятия обеспечена. Но нечисть не обманешь. Для нечистой силы не существует преград, и вдруг какая-то колдунья не услышит, как зовут ребеночка, и она не сможет его заколдовать или навести на него порчу. Это пустая вера или суеверие, поскольку нечистая сила, она слышит все, что мы делаем. Совсем другое дело псевдоним. Если от демонов он и не спрячет, то от простых смертных вполне. Сперва секретными именами пользовались тайные общества – тамплиеры, розенкрейцеры, масоны. Позже их поддержали революционеры и алхимики. Прятались за фальшивками и в криминальном мире. Только там их называли погонялами. Алло, кабан, перезвони. Но больше всего псевдонимы прельстили людей творческих – поэтов, писателей и артистов. Чехов свои ранние произведения не ценил. Он был земским врачом и писал какие-то хохмочки, и поэтому у него было аж 20 псевдонимов, а может и больше. Чеханте, человек без селезенки и так далее. Это Антоном Павловичем Чехом он стал только в середине 80-х годов позапрошлого века. Творческий псевдоним был призван поддержать идею произведений и социальную принадлежность. Максим Горький и Демьян Бедный. После революции литераторы стали называть себя более позитивно. Артем Веселый, Александр Ясный. Могилевский поэт Эдуард Медведский пользовался псевдонимом лишь однажды, в первом классе, да и то в соавторстве. Мы придумали очень простой псевдоним. Две буквы от товарища и две буквы от моего имени. Получился его Владимир Эдуард, получился Влад. Его фамилия Русин, моя Медведский, получился Руме. Влад Руме. А так как наши произведения попахивали антисоветчиной, приходилось применять, но не афишировать. Сейчас Эдуард Медведский не шифруется, говорит, необходимости нет. Одно дело спрятаться за псевдонимом и совсем другое – изменить имя официально. Лейла Ермоленко имя меняла дважды. От рождения была Лейлой, переехала в Беларусь и на 20 лет стала Еленой. Практически все, бабушка моя, много родственников называют меня Лейля, сокращенно от Лейла. И как-то мне даже в душе ближе это имя, и как бы и внешности подходит, потому что немножко оттуда. И в социальных сетях тоже Лейла подписана. Теперь девушка ожидает новый паспорт. Снова на Лейлу Ермоленко. Мне говорили, вот ты поменяешь имя, и у тебя судьба изменится. Нет, наоборот, у меня все по-прежнему, и даже, может быть, где-то и лучше стало.
А вот сестры Калина и Устина свои редкие имена ни на что не променяют. И пусть иногда старшая Устина в шутку называет сестренку Калину Колей, их дружба от этого ничуть не страдает. Ведь друзей выбирают не по имени. Главное, сам какой человек. Имя не самое главное. Имя все равно какое. Так что же все-таки значит имя для человека? Имя — это может быть, с одной стороны, сделать флаг, которым ты можешь размахивать по жизни и гордиться тем, что тебя так назвали. И имя — это ярмо, которое висит тяжелым рюкзаком у тебя за спиной. Вопрос, насколько взрослый человек сможет показать ребенку, как можно работать с именем и как можно свое имя со своей фамилией и с отчеством сделать достаточно известным. Я считаю, что жизнь удалась, и все очень здорово. Но это было достигнуто очень серьезными трудами. То есть это не именем моим было, да, было обеспечено. Имя, оно хоть и украшает, оно самое не главное. Вот что человек, это как внешность. Внешность не украшает человека, а его манеры. Его внешность – это не главное, а то, что внутри у него. И совсем не важно, как вас зовут – Наталья, Дмитрий, Изабелла или Иоганнес фон Гутенберг III. Ведь только в вашей власти сделать так, чтобы даже самое обычное или невероятно редкое имя работало на своего обладателя. Ведь если вы приобрели имя, совершенно не важно, как вас зовут. –